Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем прокачку этой дорогущей мега-имбы и делаем вторую эволюцию. Делаем 12-й скилл. В общем, качаем на максималку и смотрим, что этот герой может, не может. Потестируем. Не определился я пока его как собирать. Уже вечером будет больше времени. Позаписываю вам видосики, чтобы понимать, что же все-таки от этого героя ожидать. Но герой действительно интересный, очень много дамага у него. Так, что-то нам попродавать такое. Можно, в принципе, кулаки продавать. Герой интересный, очень много нюансов по нем есть, непонятно, как он будет против отражалок. Не до конца я понял, все-таки откуда берется неуяз, ну и надо разобраться с чаркой, которую мы выбили новую. Ну, в общем, будет интересно. Интересно сейчас на него посмотреть по локациям, что он сможет. Ну а так, все как обычно, новая имба. Так, 200 у нас есть. Отлично, прорыв прокачан. Теперь давайте еще докачаем. Я не знаю, вот не могу понять. Прокачиваем здесь. Надо будет чаркой разобраться этой, что она дает. Но по сути она одна из топовых, наверное, будет. Ну и талант надо словить еще новый, посмотреть. Запарился с этим роллингом долбанным. Больше всего вымотал. В принципе, мы сейчас можем его сразу же качнуть на 12+. Только мы не будем ему качать прорыв. Потом я уже вечером с прорывом его вам покажу в действии на битве гильдий. Вот посмотрите, сколько ресурсов надо на прокачку 13 скилла. Вот он у нас почти 13-13. Вот видите, не хватает этого ресурса. Так, что мы имеем? Я наш герой. У нас в самом конце должен быть только бочка топовый. Так, вот такая вот сборка у нас. Что можно поставить? Давайте поставим оживу все-таки. Потестируем его с оживой. Если нет, посмотрим, как будет сливаться. Поставим подашку. Поехали. Первый. Давайте с рейдом начнем. Фактически 13-13, увеличенные статы, там немножко не добавляется ему. Итак, смотритель, как видите, плюс космо, его шатали и будут шатать, в принципе, как и все герои. У нас ремочный вариант. Вот так вот, видите, не попадает, получается. Так, против Махатмы. Махатма 11-й. Его ушатало. То есть не ихти. Он лучше всего, мне кажется, будет заходить на по локации, но опять же надо его как-то обезопасить от стана. Ну а так посмотрите, что он делает. Просто жестко, конечно. Ну интересно, интересно, знаете, нестандартное такое. Плюс окаменение, но базу, я думаю, на битве гильдий, если научиться правильно его использовать, будет одним из таких неплохих героев. Забор шатать однозначно можно, но видите, улетает винвиз тоже очень быстро. Ладно, давайте попробуем на подземку пойдем, эту же, на которую я тестировал.
Так, смотрим. Ну, он себя отхиливает, тоже плюс. Автопрокер 300 тысяч. 300 тысяч, но вот этот удар, конечно, его не знаю. Ну, успеешь. Плюс 275. Видите, сливается. Так, опять треснулся. Опять же, надо, чтобы под правильным углом зашли. Ну, так, вроде неплохо с панчбоксом держится еще. Все слили. То есть, вторая эволюция, в принципе. Но это нету прорыва. Мы уже привыкли к тому, что мы бегаем героем без прорыва. А так, статки относительно неплохие. Герой смотрится очень-очень прикольно. Так, поехали на аренку. К сожалению, гильдийскую локацию мы еще не прокачали. Спят нубики. Надо было создавать свою гильдию. Такс. Смотрим. Ну вот как-то так, надо сейчас кого-то встретить по центру. Вот смотрите, вот тут, кстати, прикольно на арене, блин, прикольно смотрится. Сейчас посмотрим, чтобы в лоб противники были. Какой-то с командорой. И опять же, видите, только видит цель, сразу автопрокает. Но набирает энергию быстро от вражеских скиллов. Так, раз, два. Дамага, конечно, у него хватает. Крутой, крутой герой. Такс, поехали дальше. Не достает, получается. Чуть-чуть. Так, а ну-ка тут. Ну, тут ему не на ком зарядиться. Панчбокс. Так, Асурик, интересно, что будет у нас на отражалке. Плюс хрон. Ну, немножко, конечно, проседает от отражалки, но тут слабенькие герои. А там смертушка была. Так, набор энергии. Раз, два, три, по сути. Хорош. Так, ну мы... О, Фрея. Хочу против Фрея. Ну, Фрея однозначно будет убивать в такой сборке. Надо его на уклонение. Видите, не достает. Получается, ему смысла римку сюда сунуть нет. А вот сейчас видели, какой у него был интересный урон? Все, ушатали быстро. Мне интересно еще в зуба посмотрите, в лабиринте, если здесь он открыт. Ну и вечером уже на битве гильдий посмотрим его. Ну, неплохо дамажит, конечно. Ну, как видите, относительно. Так, хорошо. Поехали на экспедицию. Ну, тут, конечно, он дамажит. Видите, третья звезда у нас. Нули проскакивают. Получается, что новая чарка дает неуязвимость. Выходит так. Я сомневаюсь, или у него щит его типа прикрывает, он не получает урон. Как-то непонятно. В этом плане непонятно. Так, я надеюсь, он у нас не сдохнет. Видите, как станется он. Вот реально очень-очень хорошо станется, это одна из проблем будет. Так, где там Ронин? Ай! Ладно, поехали дальше. Следующего противника возьмем. Ну, забор ломать вообще им кайф будет. Посмотрите, что делает с забором. Ну, стрелок ему не дает заряжаться, то есть проклятый доспех, я не знаю вот насчет проклятого доспеха, но насчет этого однозначно надо железка.
по локации. Придется брать железку. Без железки он реально там тащить особо не будет. Такс. Давайте попробуем сбегать на забытую. Такие противники, конечно. Ну, хоть посмотрим. У меня вторая эволюция попались. Вот, посмотрите, он получается хорошо кидает, так как каменение. В данном случае вообще кайф. Кидает так, как надо. Жесткий тип. Хорош, хорош. Те же самые противники, что ли? Но видите, к сожалению, не вот другой. Вот ставить его по центру, я думаю, самое то оптимально. Слили под молчанкой, смотритель слил. Или этот авиар кинул. Ну, блин, я не знаю. На 30-м прорыве, я думаю, он будет очень хорош. Но надо его обезопасить. То есть не факт, что его надо будет собирать именно в атаку. Ну, 13-й скилл, ему там не особо много прибавки даст. Такс, окей. Ну, прикольно. Я вот не знаю насчет чары. Смотрите, чара нули получается. Походу, чара защищает. Интересно. Но там, по-моему, нули у нас были на тесте. Напишите в комментах. Потому что неохота и чарку менять, хочу ее дальше потестировать. Интересно. Ну так смотрится внушительно. Смотрите, против Фрея каменение кинул, отхилился. Ну да, есть время. Фрея, конечно, его будет шатать. Ну, все равно неплохо. Так, ладно. В общем, такая вот тема, ребят. Пишите комменты, что вы думаете по поводу героя. Я буду дальше его уже качать. Пишите, хотите ли вы увидеть его на 30-м прорыве. Всем удачи, всем пока.